Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Виктор и Хамелеон. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, продолжаем проходить хоррор-карту. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так, карта называется «Замок душ». Это у нас вторая часть. Кто не видел, можете посмотреть предыдущий ролик. Мы проходили очень прикольно, антуражно и, как всегда, страшно. Опа, смотрите, рычажки эти можно доставать. А ну-ка, вытягивай. А ну вот эти вот вытягиваются? Я все выключу. Класс, смотрите. Темновато. Четко вообще. Темная. Как для меня это замок. Самый настоящий. Крепость, которую невозможно разломать. Он больше на шахматный похож. Коняки. Давайте налево. Давайте, может, сюда сначала сходим? Да не, карта большая. Ну да, тут прикольно. Подождите. Какие-то звуки здесь страшные. Ой, лисник так, у нас уже здесь. Вот, три двери. Налево пойдешь, по голове отгребешь. Ой. Ого! Люстра упала. Как будто на пианино какой-то упало, звук такой. На рычаг нажал просто и упала она. И что, не открываются эти калитки? Нет, написано. Дверь не открыть. Странно. Может, еще раз рычажок нажать? Нет. Может, ну нам ладно. Поклацать. Не спешим тогда потихоньку, чтобы не затягивать. Пойдите. Ой, там дверь видел. Прямо. А ну-ка. Ага, замок висит. Значит, надо искать ключик. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Опа, о, что за звук? Открыл. Димас, иди в мандаринках поищем, ваш найдет. О, смотрите, ребята, свежие мандарины в замке. А может, они мандарины? Ребята, напишите, на что это похоже. Как для меня похоже на яблоки или на груши. Так, мы там все исследовали внизу, а дверь там закрыта. Значит, прямо? А вот же налево. Давайте налево. Угу. Так, тихонько. На картофанах, да? Агенты 007. У тебя будет скример, готовьтесь. Я так думаю. Ну не знаю, на голову, чтоб люстра не упала, вот это вот. Я лучше отойду, а то на вас люстра упадет. Ой, этот рычаг. Слышите? Кто-то скрипит там. И чё? О, там топорик. О, смотрите, хлопает окна. Ой-ой-ой. Смотри, 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 кто бежит. А, пропустите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Смотрите, и пропало все. Это звуки, да, голоса, как будто вдалеке. Направо. Прямо. Я здесь так, боюсь уже ходить. Значит, дальше куда? Тут, кстати, наверх еще можно подняться. Да, мы еще наверх сходим. Нет, так, здесь вниз спуск. Так, давайте со мной, то я сам боюсь идти. Страшновато. Может, мне показалось, там кто-то стоял. Опа, длинный коридор. Как всегда, знаете, что здесь будет? Или ловушка, или скример. Третьего не должно быть. Давай, иди. Я боюсь, просто потихоньку подхожу. Там паук! Там большой паук внизу. Он исчез. Видели? Кто видел паука? Я не видел. Там был здоровый паук. Нажми, может, он появится. А чё я всегда нажимаю рычаги? Идите вы нажимаете. Вечно там какой-то мне кто-то хочет испугать. А я постою здесь. Я отсюда понаблюдаю. Ой, свет пропал. Так, валим отсюда. Я кулаком убил. У меня лагает, ребята, очень сильно. Ой. Ой, отлагало. Отлагало. Так, а что тут? А здесь я живу. А, твой домик? Ребята, теперь мы знаем, где живет Супермен. Под лестницей. А ты, Димон, тоже в квартире живешь? Все живут в квартирах? Нет, я в частном доме. Я думал, ты скажешь, в коробке из-под телевизора или из-под холодильника. Я под лестницей. Приду. Че, наверх будем идти? Пойдем. Тюша, я к тебе приду. Под лестницей. Давай, давай. Подождите, мы не отсюда пришли? Отсюда пришли. А, понял. Выходим. Так, мы что-то пропустили. Что-то мы не заметили. Точно? Точно. 100%. Рычаг где-то или что-то пропустили. Так, ну ключ мы не нашли. Там ключ, да.
Что-то но здесь... У нас один... Они еще пугают. А среди крабов был ключик. Мне кажется, надо сюда идти. Давай. Вот, Дима, Дима. О, рычаг. Димон красавчик нашел. Смотрите, я сверху ухожу. Топор, что по голове не дал. О, там что-то лежит. Иди, бери. Или да, я возьму. Два я возьму. Испугался, да? Проходи, выходи. Давай, хамелеон, не стесняйся. Так, теперь мы идем к той двери, где висит замок. Нет, тут много же дверей, Димас. Вот тут, например, тоже есть дверь вот здесь вот. Ну, не знаю, мне кажется, тебе замок надо. Вот, например, вот здесь можешь открыть? А, ну давай, да, кстати, может здесь. А, нет. А, нет, значит, где замок? Может, он неправильно вставляет, не той рукой? Чем ладно, пойдемте к замку. Ой, что-то у меня пригорает там. Ну-ка. О! На тебе! Это зеркало! Так, здесь, смотрите, коридор, темный. Длинный коридор, я буду на картофанах идти. Потому что здесь могут ловушки, кстати, быть. Мне кажется, или здесь будет потолок на нас под... Стрёмно, да? Стрёмно. Я тогда пошел обратно, вы тут это... Просто в той серии там стеной прихлопнуло. Мы даже не ожидали все. Тихо, тихо, тихо. Да задом идти, чтобы ничто не... Классно напугало. Фонарики здесь освещают. Я прям вижу ваши фонарики, все так прикольно. Че, ничего? Я спешить не буду. Я хочу живым остаться. Вот мы с хамелеоном самые отважные. Ну, Джейсон вообще самый крепкий пацан у нас. Так, лис идет возле меня. О! Оп-оп-оп. Дон. Что у вас написано? Что на экране происходит? Дон, не нажимайте. Не ходите. Это что такое? Где мы? Офигеть, нас отвезут. Это заставка. Давайте, ребята, посмотрим. Так она мне немножко нестабильно идет. Музычка. А куда мы едем, как думаешь? А вот я не знаю. Что-то такое неестественное. Ого. Это музыка новая компания наваливает. По вставке стекла, реклама. Наверное, да-да-да-да-да. Напоминает это монстры, там где двери, помните, у них ездили? К разным детям. А может это клетки? Корпорация монстров. Для... Это может тюрьма для кого-то. Не знаю, не знаю. А я посидим. И что, мы сейчас в стену врежемся? И... О, здесь вообще жесть. Что это такое? А, это люди пристегнутые, смотри. Да? Я чуть людей не вижу. А, да, это люди. Что они с нами? А чё они так? Они это что? Это дискотека, что ли? За них танцует? О, посмотрите прям налево, мы едем прям вместе с вами, я вас вижу. Мясорубку. Ребята, это смерть. Вы готовы? Блин, надо двигаться, надо прыгать. Да ничего ты не сделаешь. О, луч. Луч света. О, я прям посерединке. О, опять черный план. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.